Кэти Кьюти, пора вставать. Да я не хочу, сегодня же выходной. Сегодня мы идем к врачу проверить ваши зубки. Ну ладно. Так, а что делает твоя сестренка? О, а почему она до сих пор в шарике? Она вчера долго играла в телефоне. Нет, я просто заснуть не могла. А я же вас проверяла, вы же вроде бы спали. Это только я спала. Давайте-ка, ребята, мы с вами посмотрим, как выглядит маленькая сестренка Кэти Кьюти. Мне очень интересно. Ой, такая миленькая, с прической в форме бантика, трусики у нее тоже. А, и кажется, сзади бантик, и она нам подмигивает. И, конечно же, это маленькая сладенькая принцесса, Little Sweet Princess. Ну, раз вы проснулись, тогда быстренько умываться и чистить зубки. А мне надо телефон зарядить. Я же говорила, она всю ночь в этом телефоне возилась. Пошла я мыться. Давай я его заряжу, а ты иди мойся. Ладно, хорошо. А может, мне не надо? У меня зубки так красивые и чистые. Нет, не чистые. Обязательно нужно мыть и с утра, и вечером. Ладно. Ну все, я почистила зубки. Ну-ка, покажи. Какие красивые зубки. Угу. Давай теперь одевайся. У меня здесь только кофточка и юбочка. Ну, ты сказала вчера, что в этом пойдешь. Ну, ладно тогда. А у меня зубки, посмотри-ка, красивые? Ну-ка, открой ротик. Очень красивые. Сейчас покажем доктору. Ну все, я готова. И я. Если готова, тогда идемте к врачу. Моя игрушечка. О, ты одна заняла целый диван. А что, это все мне нужно. Я не могу без этого к врачу. Деловая. Ой, тихо-тихо, врач идет. Всем здравствуйте, рада приветствовать вас. О, у вас какая красивая сумочка и игрушечка-монстрик. Ага, я не могу без него к врачу, а то я очень боюсь. Не переживайте, врач вам только поможет. Я думаю, что он ничего вам не будет лечить, только проверит ваши зубки. Но сначала по очереди у нас идет вот эта вот девочка. Ага, я давно уже жду, придется в телефоне посидеть. Нет, это просто чудо какое-то. Моя маленькая сестренка продвинуть и меня. Телефон у нее, крутая сумочка, игрушечки все навороченные. У тебя ведь тоже и телефон есть, и сумочки есть, и игрушки есть. Просто ты с собой ничего не берешь. Ну-ка, ребята, проверим, что это за следующая пациентка. Скорее, врач уже ждет. Тем более, врач уже ждет. О, маленькая Бритни Спирс. Написано Little Oops Baby. В очках. И с рюкзачком. Упси! Очки ей очень большие по размеру. Наверное, она стащила у старшей сестры. Проверим-ка, меняет ли она цвет. В холодной водичке. О, меняет. Биби. Сапожки черные. И черные пряди на хвостиках. И на трусиках тоже написано Биби. Мальчик у нее, видите, какая. А в теплой водичке все это исчезает. Проверим, меняет ли цвет принцесса. Холодной водички. О, в перчаточках, в розовых сапожках. Сзади бантик черненький. И все. А в теплой водичке все это просто пропадает. Малышка, ты готова? Врач уже заждалась. Иду, я иду. Ой, так страшно. Ей, может быть, там сверлить будут. Сверлить? Тогда я не хочу к врачу. Ну-ка, девочки, успокойтесь. Вам ничего сверлить не будут. Сверлить будут, если только у вас что-то болит. А так мы пришли проверить зубки. Я не хочу проверять. Помнишь, какие зубки ты мне с утра показывала? Сейчас их покажем врачу, чтобы она удивилась. А она точно удивится? Да, я думаю, очень. Ну все, отлично, видишь, какая ты молодец. Я смелая и отважная. Вот это да, ничего не боится. Скажите, а ей сверлили зубки? Чуть-чуть сверлили. Пойдемте, теперь ваша очередь. О, сверлили. Теперь у меня здоровые зубки. Так, отлично, ты у нас будешь первый. Мамочки. А ты следующая. Ну все, не переживайте, ждите, и сейчас подойдет врач. Если она мне что-то плохое захочет сделать, я ей покажу своего монстрика, пусть испугается. Глупая, она ничего не боится, тем более твоих маленьких монстриков. Ой, хоть бы она не сверлила мне зубки. Здравствуйте, здравствуйте, малышки, как вы себя чувствуете? Не знаю, я вам свои зубки сверлить не дам, понятно? Кто это на вас навел такой страх? Я всего лишь хочу узнать, болят ли у вас зубки или нет. У меня не болят, никогда не болели и никогда не будут болеть, потому что я чищу зубки каждое утро и каждый вечер. Вот, молодцы, очень рада это слышать. Хочу вам напомнить, что зубки нужно чистить не только снаружи, но еще и изнутри. Они пачкаются со всех сторон, обязательно утром и вечером, и тогда ваши зубки будут вот такими, счастливыми. У меня счастливые зубки, а у меня, наверное, нет. Я так переживаю. Не переживай, сейчас я на них посмотрю. Ой, мамочки. Ну-ка, открой ротик. Ну-ка, пошире. Так, сейчас, секундочку. Подожди. Отлично. Что, не будете сверлить?
Нет, не буду. У тебя зубки превосходные. Ты большая молодец, что за ними хорошо ухаживаешь. Да? Да. А теперь ополосни свои зубки жидкостью из этого стаканчика. Угу. У меня здоровые зубки, у меня здоровые зубки. Теперь проверим зубки у этой маленькой леди. Я не хочу, я не буду показывать свои зубки. Ай-яй-яй-яй-яй. Не бойся, у тебя же красивые зубки. Ну что это красивые, я не должна их всем показывать. Сестренка, ты чего? Смотри, скажи «а-а-а». Широко открой рот. А-а-а. Вот так. И твой дружок тоже хочет посмотреть на твои зубки. Вы его не боитесь? Очень боюсь, но я надеюсь, он меня не обидит. Ты же рядом с ним? Нет, не обидит. Я ему скажу. Сестренка, Отлично, ну-ка посмотрим. Угу. У тебя очень красивые зубки. И ничего сверлить не надо. Ну и хорошо. А теперь можешь ополоснуть зубки жидкостью из этого стаканчика. Это я могу. Ну вот, ребята, вот так вот наши сестренки сходили сегодня к стоматологу. А вы боитесь ходить к зубному? Скорее напишите в комментариях. Разве врачи такие страшные? Они очень опасные. А я теперь не буду бояться ходить к стоматологу. Вот. Улиточка. А, нет, это Горка. Тяжела работа сыщика. Агент Бэйби, ты где? Да здесь, я здесь. Тихо, они здесь. Я их нашла. Иди сюда. Нашла? Пойдем. Вот здесь они. Нашли. И главное, они все здесь. Вау. Я не думала, что они такие большие. Конечно же, ведь они из мира Вау. И они так и называются. Вау-зер-сюрпризы. Это волшебные питомцы. Это сюрпризы с волшебными питомцами, которые магическим образом появляются в шариках Арбис. Давайте посмотрим, кто там спрятался внутри. Смотрите, какие шарики. И непонятно, кто здесь спрятался. Ну-ка, откроем другой шарик. Ой, и здесь не видно. Где же эти волшебные питомцы? Может быть, здесь есть этот питомец? Нет, не видно. Что же делать? Давайте откроем последний шарик. И здесь, ребята, нет этого питомца. Что же это происходит? Непорядок, непорядок. Только профессиональные сыщики в этом смогут разобраться. Предоставьте это дело нам. Так. Смотрите, здесь капельки и стрелочка. Ну-ка, точно, капельки и стрелочка. Элементарно же, надо повернуть и добавить водички. Повернуть и добавить водички? Так, попробуем, поворачиваем. Куда, интересно? О, здесь пленка. Наверное, ее надо убрать. А вот эта штука открывается. О, полностью убирается. И закрыть. Теперь добавить водички. Добавим водички. О, смотрите, что-то начинает появляться. Еще. Вот, ребята, какой-то питомец. А, это мышка. Смотрите, я еще кое-что нашла. Вот под этим шариком. Поднимите, поднимите. Ну-ка, что там? У нас здесь есть все необходимое. Включая буклетик с этими волшебными питомцами. И здесь написано, что когда эти волшебные ваузеры появляются, они приносят любовь и удачу. Ребята, скорее ловите удачу вместе с этим маленьким мышонком. Его зовут Сквикс. Он сладенький и дружелюбный. И всегда находится рядом с тобой. О, какой хороший друг. Теперь эту крышечку надо закрыть. Закрываем. А вот эту штучку надо вставить в самый верх. Вставляем. Смотрите, наш мышонок начинает танцевать. Только как же его достать? А здесь в инструкции все написано, все написано. Надо убрать крышку и достать его вместе вот с этой решеточкой. Так, убираем, вставляем и... О, он вылезает! Какой он миленький! И какой у него длинный хвостик желтенький! О, какой же он хорошенький. И у него волшебное сердце на лбу. Теперь мы вновь можем засунуть эту решеточку. И теперь мы можем вылить эту водичку. Все с шариками. Обратно. Еще раз закрываем и выливаем. Готово. А нижнюю часть шарика... мы можем использовать как подставочку для нашего волшебного питомца. Вот это чудо! Какой же он хорошенький! И волшебный! А еще у нас их, смотри, сколько!
Давайте проверим и остальных. Открываем крышечку, алюминиевую фольгу. И наливаем водичку вот в это отверстие. Пока ничего не видно. Еще одну кружечку. Еще чуть-чуть. Где же он? Вот он, смотрите! Только почему он отдельно? Ой, он, наверное, не сможет танцевать. Ну-ка попробуем, закроем. Нет, этот не танцует, как жалко. Поэтому нам придется полностью открыть шарик, вылить водичку. А-а-а! Можно вместе с шариками. И достать этого волшебного питомца. Кто это? Похож на цыпленочка. А сзади у него как будто бы волшебное пламя. Его зовут Чикс. И он поднимает дух группы своими хихиканьями и смехом. А обратно шарики. И если мы его посадим на этот стержень, засунем обратно, то он у нас может танцевать. Посмотрите на его хвостик, он как рыбка. Вау, настоящий ваузер. В воде эти питомцы кажутся больше, чем на воздухе. Оставлю его пока в шарике, он будет у нас как золотая рыбка. Давайте проверим, кто здесь. Открываем. Фольга. Крышечка. Оп. И водичка. Еще. О, еще чуть-чуть. И кто у нас здесь? О, какой-то хомячок, что ли? Ну-ка. Посмотрим, как он танцует. Мне больше нравится, как танцует Чикс. Ах, мне нравится его хвостик. Достанем его. О, о, он, ребята, похож на Джина. С маленькими лапками и голубеньким носиком. Его зовут Дженни, и он очень любит танцевать. Выльем водичку. Ух. Закроем крышечку. Возьмем подставочку. Оп. И перед нами еще один волшебный ваузер. Они и вправду волшебные. У нас, ребята, есть еще четвертый шарик. Посмотрим, кто здесь спрятался внутри. Водичка нам поможет. Еще. И еще. Так, и кто это? О, единорожка! А, нет, без рога. Это, по-моему, редкий. Редкий ваузер Rainbow Shine. Он хранитель всех друзей ваузер и всего мира вау. И он тоже танцует. Ах, смотрите, как он машет крылышками. И грива у него блестящая. И челочка. Давайте-ка его достанем. Ну-ка. Красавчик! У него в глазках сердечки, он всех любит. И мы можем посадить его на эту подставочку. Вот, ребята, какие волшебные ваузеры нам сегодня с вами попались, включая самого хранителя целого мира вау. В шариках, напоминающих арбиз, внутри с арбизами, которых нашли агент Лоу и агент Бэйби. Если вы что-то потеряли, обращайтесь, мы сыщики. Ну а если вы досмотрели это видео до самого конца, то скорее загадайте желание. Ведь здесь волшебные ваузеры, которые могут исполнить его. Я свое загадала, вы тоже загадывайте. Ну а если вам понравилось со мной так играть, то переходите в следующее видео. Вот в эти видео переходите, сейчас здесь будем дальше играть. Пока-пока.